Всем привет, это Богдан. Я расскажу, как здесь можно легализоваться в Арабских Эмиратах. Потому что многие находятся в Арабских Эмиратах по туристической визе, то есть у нас лимит в 90 дней, и дальше просто туристическую визу ты платишь деньги, продлеваешь. Но ты не можешь легально здесь спокойно, с чистой совестью работать, заниматься своей деятельностью, и также ты не можешь открыть банковские счета. Соответственно, как можно здесь легализоваться? Есть 4 способа, о которых сейчас расскажу. Для того, чтобы получить вид на жительство, Emirates ID, резидентство, это все об одном и том же, если что. Первый способ – это устроиться на работу. Когда работодатель вас приглашает и делает вам рабочую визу. И все, вы в шоколаде, потому что у вас есть хорошие беленькие платежи и вот это как раз карточка Emirates ID, которая служит таким основанием для того, чтобы вы здесь открывали счета, оплачивали жилье и спокойно находились на территории больше 1 года. Второй способ, если вы самозанятый, это открыть фриланс-визу или открыть компанию. Сейчас расскажу немного подробнее. Фриланс-виза, она стоит в районе 3-5 тысяч долларов. И единственным минусом это то, что вы не можете нанимать сотрудников. То есть вы для себя на этом основании вы сделали себе визу и работаете как самозанятый. Или ИП, если говорить по-русски. Кстати, фриланс-визу сейчас делает Миша. И дальнейшие шаги, какие стадии он проходит, он будет делиться также на этом канале. Я же выбираю путь открытия компании. И сейчас только подал заявку и отправил заявку на то, чтобы открыть компанию. Поэтому тоже в следующих выпусках буду делиться о сложностях и вообще как это происходит. Если мы говорим об открытии компании в Дубае, то цены в районе 8-10, там 15-20 тысяч долларов. Если мы говорим про соседний Эмират, Шарджу, или за ним Аджман, то цены там существенно ниже, в районе 3,5 или там 6 тысяч долларов за одну визу, если мы говорим об основателе компании. И еще четвертый способ – это купить недвижимость от 205 тысяч долларов. Соответственно, покупаешь недвижимость, и на основании этого получаешь Emirates ID. Почему люди торчат на туристических визах? Потому что, не у всех есть деньги для того, чтобы вкинуть сразу там вот эти как раз там 3-5 тысяч долларов и получить себе Emirates ID. И каждый раз себе по туристической визе там 300 долларов за месяц или там 600 долларов за 2 месяца продлевают. Я думаю, что только поэтому. Или когда ты не совсем уверен, что ты готов оставаться здесь на долгий период. Я сейчас подумал, почему еще не открывают. Потому что когда ты получаешь Emirates ID, ты уже обладаешь абсолютно другими правами. И что я имею в виду? Банально, водительские права тебе нужно менять. То есть тебе нужно учиться в водительской школе и сдавать экзамен здесь. И по опыту моих коллег, друзей, с первого раза сдавать не получается. Соответственно, конечно же, взятки здесь не берут. И стоит это от 2000 долларов. От 2000 долларов? 6000 минимум, если у тебя осталось. Чего? 2000 долларов в школе еще учиться и еще не сдать. Слушай, знаешь, в чем есть прикол? Гражданин России может иметь 2 загранпаспорта. То есть, ты делаешь 2 загранпаспорта. Два. Так ты понимаешь, выезжаешь из страны и въезжаешь по другому загранпаспорту. А может, они заносят тебя? Они заносят тебя в базу, но суть в том, что вот нам рассказывали, что схема-то сработала. У кого из наших знакомых? Это сработало. Мы поставили на стоп, потому что сейчас у нас разгорелись серьезные дискуссии, можно ли так сделать, имея 2 действующих паспорта. 2 действующих паспорта, и, соответственно, ты по одному 90 дней сделал, уехал, и въезжаешь по-другому, у тебя еще 90 дней. Соответственно, здесь 90 дней заканчиваются, и уже можно снова въезжать по этому. Напишите в комментариях, если кто-то это делал, потому что сейчас есть шанс, что Миша попробует сделать такой контент и рассказать об этом способе. Потому что пока что еще, моя знакомая так сделала, и все прокатило. Может, здесь какие-то скрытые подводные камни, или действительно все... Действительно, так можно сделать. Пока что точной информации нет. Подведу итог. Как получить вид на жительство? Emirates ID, ВНЖ, резидентство. Соответственно, либо купить квартиру
суммой от 205 тысяч долларов, либо устроиться на работу, либо открыть фриланс-визу или открыть компанию. И эти три пункта служат основанием для того, чтобы получить Emirates ID. Подписывайтесь на канал и напишите в комментариях, по какому способу, каким способом вы получаете Emirates ID, или просто так же, как, например, пока что мы по туристической причине вы там продлеваете себе туристическую визу, или, может быть, кто-то из вас пробовал или попробует сделать аферу с двумя паспортами. Ну, какая это афера? Ну, все законно, законопослушные граждане. Если что-то было непонятно, пишите в комментариях и спрашивайте. Мы постепенно будем отвечать на ваши вопросы и также записывать следующие видео. Что ж, а с вами был Богдан. До скорого!